Сегодня 15 июля 2019 года, и сейчас я хочу рассказать о еще одном сорте томатов, который у меня в этом году первый раз я вот выращиваю на своем участке. Это томат Джигало от Биотехнологии, соответственно, своя рассада опять. Вот. Ну и сейчас прочитаю, тут, конечно, мелковато написано. В общем, поскольку у меня зрение хорошее, я увижу. Вот, это среднеспелый сорт, 105 дней от всходов до плодоножения, штамбовый, высота растения 40-45 см, кустичный, компактный, плотный. Кисть простая, состоящая из 5-6 необычных плодов. Форма плода сильно цилиндрическая. Длина плода 15-16 см, диаметр 3-4 см. Красного цвета, массой 130-140 грамм. Плоды в кисти созревают дружно. Отлично подходит для цельноплодного консервирования. Сорт прекрасно подходит для выращивания в открытом грунте. Выращивается рассадным способом. Семена ну, в общем, дальше я не буду читать, потому что это уже агротехника. А сейчас я покажу, что на данный момент выросло у меня. Это вот, соответственно, если мы уберем листики, можно видеть, что... Ну вот он еще все еще цветет. Очень красиво. Много-много цветов. Но если мы отодвинем листики, мы увидим, что тут просто все облеплено. Облеплено этими томатами. Соответственно, ничего посынковать не надо. Единственное, что вот один раз подвязать. И, соответственно, и все. Вот. Вот он как выглядит. На сегодняшний день. Пока еще не краснеет, растет. Я надеюсь, еще подрастет, еще подцветет, еще подзавяжется, поднапряжется и созреет. Так что вот на сегодня по томату Жигало у меня все.